Мы идем по берегу Каспийского, Черного моря. Вот у нас здесь живет Робинзон Крузо. Мы его так назвали. У него там есть дом, но он себе плот построил. Вот, сейчас, Юль, подожди. Это мы доску несем, мы на ней сейчас плавать будем по горной реке. Лошади впереди. Вот, короче, он построил себе тут шалашик такой летний, плот. Вот у него мечта есть. А что он про мечту говорил? Он поплавать хочет, да? Кругосветку. Вот его мечта. Там в поселке его поселили, он живет на какой-то веранде. В общем, все круто. Юля мне помогает доску нести. Сейчас мы пойдем по настоящей горной реке сплавляться. Ну, как сплавляться, против течения. Тут запруды не особо. Точнее, вообще течения нету. Сейчас все увидите. Нам море не интересно. Вот оно море. Черное. Абхазия. Мы пойдем по горной реке. Горная река гораздо интереснее. Кстати, там гадюки водятся. Мы видели одну гадюку, которая рыбку поймала, пыталась проглотить. Мы, короче, сняли вот этот вот винт. В этот раз нам доска попалась с огромным этим, блин, хвостовиком, плавником, поэтому мы его сняли. Потому что мы пойдем по мелководью. Юленька, солнышко, пытается научиться грести веслом. Ну, глубина здесь вообще пипец. Вот, мы один этот плавник сняли, чтобы не мешал, чтобы не катался. Здесь мелкий. Первый день я ее катал, сейчас она пытается меня катать. У нас предпоследний день нашего отдыха. Завтра мы уже уезжаем. Предпоследний. Не спорь со мной, вообще греби молча. Вот стоит тут, вот греби молча, сказал, понятно? Я Юлю первый день здесь катал, ей очень понравилось. Вот сейчас я ей предоставил такую возможность самой погрести. Она недовольна, как Мегера там кусается. Юля проходит опасный участок, все. Не мешаем ей. Мангровые леса какие-то, прям джунгли. Юлю хватило где-то на полчаса. Она очень быстро выдохлась. Вот, так что мне приходится вот здесь глубина где-то по колено. Взял вот ее на буксир и волоку ее по горной реке. Устала она, устала. Ничего еще не делала. И что? Значит, перейдем это, где мелко. И поплывем, где глубоко. Вот здесь не мелко. Моя красотуленька нагреблась по горной реке. Оль, что там за коряга? Какой-то поваленный дерево, вот оно упало. Мы можем его проплыть без последствий? Конечно. Проплывешь? Конечно. Я проплыву. Да, я знаю, ты, я здесь. Ты спец. Не надо мне тут. Да хочу, я хочу. Смотри, какая яма глубокая. А, я боюсь. Здесь целебная глина. А, вот она, наверное, закаменела. Камень превратился. Вот эти, да, эти. Это вот все глина. Офигеть. Вот она, как лава. А, ты посмотри вниз, как лава. Да, смотрите, вообще, офигеть. Мне кажется, это скала. А, смотрите, какие лианы свисают. Офигеть. Мы как на Амазонке. Я потрогаю их. Спряталась. А, интересно, она красноухая или нет? Ты ее хочешь в руки взять? Да. Охренеть, я боюсь. Красноухая. Нет. Это вообще какая другая. Тихо, 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 нифига она подрапала. О, мы наконец-то приплыли к морю. Коль, как ты себя чувствуешь? Ой, заколебался я грести, честно говоря, по этой горной реке. Но вот море, вон наш пляж, осталось совсем чуть-чуть.